люблю огурца, поменьше люблю соус. Вот ты где. А я сейчас Маринку встретила, соседку нашу. Она беременна тройней. Да ты чё? И на каком у нас сроке-то? 3 месяца. Так, 3 месяца, это у нас что получается? Февраль. А что ты мне рассказываешь-то? Я в феврале вообще-то в командировке был 1 месяц, меня дома вообще не было даже. Да я просто... А что ты там занервничал, считать начал, а? А ничего, просто взял и посчитал, между прочим. Ну и все. Ну. О, Оксаночка, смотри, какие я себе купил шортики. Классные, да? Ну и что? А у меня под ними почти ничего нет. Ну и что, может быть, вырастет еще? Вот пузо же выросло, смотри. Ты хоть в спортзал, что ли, запишись? Точно. Буду ходить с Витькой. Он рассказывал, там девчонки ходят заниматься, такие симпатичные, красивые. Ой, Ген, какой спортзал? Я тебе там пивка купила в холодильнике. Иди давай, пей, отдыхай, конечно. Не надо ничего. Ладно, сейчас пойду. А спортзал я лучше сама запишусь. Там, наверное, и мальчики красивые. Оксана Сергеевна, ну как вам квартира? Покупаете? Нравится? Не знаю даже. А что не так? Ну какая-то маленькая. Кухня тесновато будет. Я даже не знаю, какую вам еще кухню. Тут 20 метров и так раз площадь. Тесновато. Геночка, привет! Привет, батюшки. А ты что-то у меня вся в обновках-то? У нас денег-то ведь нет же с тобой. А ты представляешь, я вот сегодня пошла, когда на работу, выкидываю мусор, а там у контейнера стоят сапожки новые. Я их примерила, они мне подошли, прям мой размерчик. А потом иду с работы, захожу в подъезд, а там шубка норковая лежит. Я ее тоже померила. А она мне как раз, представляешь, новая шубка, здорово. Какая ты везучая-то, слушай. Да. А я вчера под подушку залез, а у меня там только трусы мужские. Да такие здоровые, я одел, они мне большие, представляешь? Тебе не повезло. Ну ничего, может быть, еще твой размерчик будет? Ну, может быть. Подождем.